Наше предприятие входит в состав холдинга по производству лекарственных средств в Саратове. Для производства продукции мы используем различное фармацевтическое оборудование, соответствующее требованиям и стандартам GMP. В прошлом году мы решили производить таблетки для лечения горла. Для этих целей решено было, по сути, использовать АУТ. Данная машина используется на фармацевтическом производстве для промышленного выпуска партий таблеток путем их фасовки в мягкую ячейковую упаковку из ламинированной бумаги. Необходимо было, по сути, компактная и безопасная установка с простым и понятным способом управления. Оборудование должно было, по сути, работать в автоматическом режиме. Алюминиевая фольга используется при формировании блистеров для фармацевтической продукции. Тонкая пленка из алюминия со слоем термосвариваемого лака должна обеспечивать защиту препарата от воздействия вредных факторов окружающей среды. Так как я уже выбрал много различного оборудования для нашего предприятия, у меня был небольшой опыт по подбору и остались контакты некоторых надежных производителей машин. Я начал с ними связываться по телефону и уточнять, смогут ли они произвести автомат для групповой упаковки таблеток, которая бы соответствовала моим требованиям. В качестве основных критериев я указал автоматическое управление, компактный аппарат с производительностью от 1200 блистеров в час. Сначала я обратился в компанию из Германии, которая предложила мне автоматическое оборудование для групповой упаковки, однако она уточнила, что весь процесс доставки, таможенное оформление и монтажа оборудования не входит в стоимость. Доставка могла затянуться, и я отказался. Потом я связался с компанией из России. Она сказала, что они не производят автоматы такого типа, однако в общем, если мы можем подождать, они готовы спроектировать и произвести машину, но это будет не раньше следующего года. Я не был готов ждать. Я решил пойти по другому пути и посоветоваться с профессионалами, которые, в принципе, работают в сфере поставки фармацевтического оборудования и, может, предложат другой вариант машины. Я искал в интернете посредника из России, так как однажды у меня есть неудачный опыт по поставке оборудования китайским посредникам, когда нам привезли линию по фасовке порошка, однако не было, по сути, ни документов по установке, ни технического паспорта. Мы долго настраивали линию, консультировались с производителями по телефону, хотя они неохотно с нами хотели разговаривать. В интернете я выбрал 3 поставщика. В качестве критерия я рассматривал время работы фирмы на рынке поставки фармацевтического оборудования, сайт компании, условия поставки машины. Всем компаниям я позвонил по телефону, чтобы, главным образом, убедиться в профессионализме менеджеров. Специалист компании из Иркутска сказал подождать 5 минут, но так и не выслушал меня. Такое отношение к клиенту мне не понравилось. Менеджер компании из Смоленска поговорила со мной вежливо, задавала вопросы о необходимой производительности оборудования и желаемых сроках изготовления. Через 3 дня на почту я получил от них 8 вариантов различных машин АУТ и предложение сделать выбор самостоятельно. Я понял, что у них нет профессионального подхода и мне не помогут в решении поиска оборудования. Последний, 3-й вариант посредника из Москвы оказался для меня удачным. Менеджер-мужчина говорил со мной как с профессионалом. Задавал конкретные вопросы о желаемой производительности машины, размере упаковки и фасовке, рассказал об условиях поставки. На этапе консультации он предложил автоматическое оборудование для упаковки таблеток в мягкую ячейковую упаковку, которое я смог быстро согласовать с руководством предприятия. Машина была, по сути, приемлема по характеристикам и цене. В течение недели мы заключили договор на поставку оборудования. Менеджер за 2 недели до поставки сообщил о степени готовности автомата. На электронную почту специалист отправил видео с нашей машиной. Полнофункциональное автоматическое оборудование. Из рулонного алюминия формуются контуры будущих ячеек, затем в ячейки из накопительного бункера попадают таблетки, после более тонкая фольга из рулона накрывает готовый блистер. Прижимная плита с нагревателем фиксирует тонкую фольгу с основанием из более толстой фольги. Механизм вырубки обрезает контуры готового блистера на 10 таблеток. Через месяц после заключения договора мы получили машину. Менеджер предоставил гарантию производителя, технический паспорт оборудования, чертежи, инструкцию по эксплуатации. Мы произвели монтаж автоматического оборудования для упаковки таблеток в мягкую ячейковую упаковку и за неделю обучили работника, который, в принципе, будет закреплен за машиной. Мы остались довольны предложенным вариантом оборудования.
Пообщавшись с настоящим профессионалом, я сам немного стал умнее, многому научился и абсолютно уверен, что хороший учитель тот, чьи слова не расходятся с делом. Я проверил это на собственном опыте.